Приветствую, друзья! Настоящие революции делаются не на площадях, а в тиши кабинетов, и потому произошедшую 29 марта 2019 года мировую революцию никто не заметил. Лишь по периферии информационного поля прошла небольшая волна и импульс угас, потому что ситуация описывалась в терминах, непонятным широким народам и массам. Именно об этой революции сегодняшнее видео. Поехали! Итак, что же произошло в этот день? Событие под названием «Базель-3». И это событие совершено Банком международных расчетов имени небезызвестного Бернарда Баруха. Суть ее в следующем. БМР руководит МВФ, а тот в свою очередь центральными банками всех стран. Орган такого контроля называется БКБН – Базельский комитет по банковскому надзору. Это вам не какой-то заваляющий Госдеп США или Конгресс американских сенаторов. Это вам не тупой Пентагон или мелкий Минфин. БКБН – это Политбюро мира, чьим генсеком, по слухам, является товарищ Барух, а подпольный состав ЦК и вовсе засекречен. У него есть много эвфемизмов, самые адекватные из которых – «цюрихские гномы». Так называют швейцарских банкиров, и то не хозяев коммерческих банков, а именно тех самых, сидящих в швейцарском городе Базеле, невзрачных мужчин, напасть на которых не смел даже Гитлер, присоединивший к рейху весь мир, но всю войну сохранявший нейтралитет со Швейцарией. А ведь, как известно, в Швейцарии кроме швейцарских стрелков толком армии и нет. Кого же так боялся бесноватый фюрер? Тем не менее, вышедшие 29 марта 2019 года рекомендации БКБН со щелчком каблуков немедленно приняли к исполнению все центральные банки мира. И наш российский ЦБ не исключение. Об этом есть даже сообщение пресс-службы ЦБ РФ, размещенное на официальном сайте ЦБ. Называется оно «О сроках внедрения Базеля-3». Запланирована мировая революция была в 2017 году. Магия даты цифр или просто совпадение? А начата сейчас. Суть ее проста. В мире отменяется созданная в 1944 году в Бреттон-Вудсе и реформированная в 1976 году в Ямайке система монопольного долларового господства, где золото было признано утратившим силу эквивалентом мировых денег. Доллар и стал мировыми деньгами, а золото стало обыкновенным биржевым товаром типа металла или сахара, торговавшихся в Лондоне на сырьевых биржах. Правда, определяли погоду тут всего три фирмы лондонского пула, принадлежащие и того меньшему числу хозяев. Но тем не менее, наполнителем доллара стало не золото, а нефть. Итак, что же означает это решение? А то, что в мире в течение по крайней мере нескольких месяцев пока ничего не изменится. Разворот будет очень медленным. У США золотой запас официально составляет 8133,5 тонны. Но есть такое дело, как финансовый мультипликатор. На один золотой доллар банки печатают примерно 20-30 бумажно-компьютерных. То есть США могут дополнительно получить официально всего 170 миллиардов долларов, а с учетом мультипликатора 4,5 триллиона долларов. Это объясняет, почему ФРС придерживает рост учетной ставки, однако почему решение Базеля есть революция. Потому что уже с осени в мировой экономике начнется финансовое наводнение. Это повлечет ускорение обособления от системы доллара со стороны России и Китая и крах экономик, полностью висящих на долларе, это страны-вассалы США. Им будет хуже всех, а это значит, что повод уйти на дистанцию между ЕС и США возрастет в разы. Мир ожидает перекройка карты глобальных союзов. И перекройка этих союзов будет проводиться далеко не в последнюю очередь военными методами или с их частичным использованием. Но так или иначе, силовых аргументов в мире прибавится до уровня почти гарантированной войны. Почти это наша надежда на спасение, так как США теряет все основные инструменты воздействия на этот мир, кроме силы. Но не для того цюрихские гномы создавали этот мир, чтобы США его так просто превратили в радиационный пепел. США будут поливать холодной водой, как аварийный ядерный реактор, а мир вступил в полосу самых глобальных трансформаций за последние несколько столетий. Революция, о которой так долго говорили, те, кто ее ждал и те, кто ее боялся, началась. Просьба пристегнуть ремни и не курить. Командир корабля и экипаж желают вам приятного полета. Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх, вступайте в группу ВКонтакте. Всем пока!